когда через электрический кабель ничего не протекает, он просто лежит. У него нет электрического поля, электромагнитного, физику, знаете? Мы хотим, чтобы было сильное биополе, аура, чтобы был высокий уровень энергии, чтобы открывались каналы информационные, каналы благодати. Вы знаете, что надо сделать? Открыть свои потоки, в первую очередь начать делать, отдавать. Сформируется вакуум, придет быстрее. Чем больше отдаете, тем быстрее придет. И я вот сейчас только поняла, почему нас назвали единение года. Наверное, потому что для нас нет параллельных структур. Для нас нет чужих дистрибьюторов. В частности, ко мне, когда обращаются консультироваться, я не знаю, даже не спрашиваю, кто у вас спонсор. Я просто даю ответ, а потом говорю, теперь обратитесь к тому, кто вам дал эту информацию, чтобы он помог вам это заказать. И единение, которое есть, я хочу сказать вот просто о нескольких вещах, о пяти очень важных вещах. Отследите, что у вас происходит. Есть пять вещей важных в вашем бизнесе. Я и продукт. Важно? Ваше отношение. Кто до сих пор считает, что он делает активацию? А кто понимает, что он продлевает себе жизнь и усовершенствует свое тело, повышает свое качество жизни? Вы знаете, очень сложно сосчитать, сколько вы сэкономили денег, потому что когда человек здоров, он не знает, что с ним должно было бы, ну, могло бы произойти. Я могу вам рассказать, сколько сэкономила 4-летняя девочка денег, у которой был острый лейкоз, и мы готовили ее просто к трансплантации за 200 тысяч евро. Волонтеры не собрали денег, не было денег, а ребенок угасал. И мы просто подключили набор Юми, Экзо и Мин. И через месяц девочку выписали домой, сняв все диагнозы. И уже год, как она здорово ходит в садик. Вот ее родители сэкономили 200 тысяч евро. Когда меня спрашивают, можно ли Мин, не повышает ли он там рост, он как клеток, вы знаете, мы его столько уже съели. Вы знаете, что у каждого человека ежедневно 200 онкоклеточек зарождается. Поэтому, если что-то продуцирует их или продлевает им жизнь, то это потом со временем проявляется в диагнозе. За 5 лет моих исследований я не видела тех, кто ест активно Angel, чтобы у них появилась онкология. Я видела тех, кто там чуть-чуть мельком попробовали, потом не пользовались. Они постепенно шли к болезни. Я видела тех, кто возвращались к пользованию продукции. Но я хочу сейчас сказать, что я и продукт – это отношение номер один. Второе отношение – я и компания. Что у вас внутри компании? Претензии или благодарность? Вот чего больше, так и бизнес будет развиваться. Если вы понимаете, что до тех пор, пока на складе есть хоть один пакетик, не важно, чего нет, важно, что есть. Хоть один пакетик, значит, вам есть чем помогать людям. Вы думаете, фит только для похудения? Да он камни размыливает в два счета. Вы думаете, бёрн только для метаболизма? Да он в программе профилактики онкологии занимает чуть ли не лидирующее место сейчас. И я вам скажу, что то, что Angel принес в наш дом, вот это состояние счастья, это действительно единение, в первую очередь, с самим собой. 5 лет назад наш уровень жизни был, знаете, какой? Отдых, турбаза, пеньки. Поход на секонд-хенд – это было счастье. Если кто-то что-то передавал детям в подарок, одежду, это было радостно, я благодарила искренне. До этого был момент, там, 7 лет назад, мы уже чуть-чуть попробовали хорошей жизни, но 2008 год все выровнял, поставил на место, душа стала на первое место. И потом началась трансформация. Angel пришел в тот момент, когда мы духовно очень изменились. И не в прошлой жизни мы сделали хорошее, оказывается, об этой. Хотите заниматься благотворительностью, не ждите, пока у вас будут миллионы. Мы с семьей курировали, у нас 5 детей, мы кормим 4 родителей-пенсионеров этим продуктом. И мы курировали 6-го ребенка. Девочка, я нашла по интернету,
У нее была онкология. Она прошла 5 химиотерапий, 5 курсов, чуть не умерла. Просто от лечения. Я маму уговаривала, она на 7-й день приема Эльза, Юми и Грин прислала смс: у Евы растут реснички и бровки. И она прошла 11 курсов, и 12 уже отменили. И девчонка просто завязала. Мама говорит: да, анализы были низкие, но она единственная, кто не болел в отделении. Поэтому единение, я и компания, я и продукт, это очень важно. Второе, третье, я и партнеры. Вы отдаете себя? Вы радуетесь их достижениям? Вы подпрыгиваете, когда они выходят на сцену? Или только собой любуетесь? Я и партнер, это очень важный момент. Вы должны верить в каждого человека. Когда я увидела Дмитрия Ефименко, я сказала: ты будешь легендой этой компании. Почему я это сказала? Потому что я видела, как он хотел разобраться, и он, не зная маркетинг-плана, стал региональным директором. Потому что он просто приглашал людей, поток людей был. Хотите, чтобы у вас был рост? Дайте поток людей. Четвертое. Я и спонсоры. Любите, благодарите и не ждите, что они будут все за вас делать. Будьте самостоятельны. И пятое. Я и мой бизнес. Отследите, на что вы тратите больше всего времени. Прическа, быт, чистота в доме, вкусные пирожки. Или получение какого-то нового образования. Знаете, что эйджи устроится тогда, когда вы отдаете сюда время, любовь и счастье. Я благодарю вас за внимание. Мы ждем вас в Лионе. Я благодарю Виктора за то, что 5 лет назад он создал в нашем доме такое вот прекрасное детище еще, как Angel. И благодарю компанию за все то, что делает она регулярно. Тех лидеров, которые выступают, обучают, делятся. Тех гостей, которые приходят на наши мероприятия. И, конечно же, Господа Бога, потому что ничего в жизни просто так не происходит. Спасибо большое. Человек, кто ведет за собой всю организацию, не боится ничего, нету страха, идет вперед и ведет людей. Поприветствуем лидер года из России, Анна Павлова!